Привет, YouTube! Приветствую сообщество! Сегодня небольшой анонс. Приехали камни из магазина «Водоспад», точнее новая серия камней. С камнями Хигашияма мы уже частично познакомились и протестировали. Кто пропустил, ссылки оставлю под этим видео. Так вот, приехала на тест новая серия камней. Это серия HSS, 1000 грит, 3000 грит и 6000 грит. Собственно, сам тест я уже записал, постараюсь в ближайшее время смонтировать. А сейчас хочу показать еще один новый камушек. Это Хигашияма 10000. Вот такой вот камень. Ну и самое главное, конечно, не сам камень, а хотел показать его работу на стали Широгами. Очень достойное зеркало. Давайте попробую поближе показать. Камушек отработал, ну, буквально на ура. Причем, что интересно, по такому параметру, как засаливание, камень обогнал на Ниву Чезеру. То есть на подобных сталях на Нива немного салится. Ну, в принципе, даже не немного, а довольно значительно. Этот же камень, как видно, вот просто смыл водой, и камень чистый. Ну и получается вот такая вот красота. Ну и плюс здесь еще микроподвод яшмой. Опять-таки вот яшма на Широгами просто великолепно работает. Вот такие вот камни, вот такие вот будут тесты. Скоро смонтирую и залью видео на канале. Ожидайте. Собственно, на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем мира и гармонии. Пока.